Майкудук, 16 микрорайон. Кафе отдых. Говорю всем, кто там, где кафе отдых. Снимал я эти места. Вот я шел по тому тротуару 4 года назад, снимал, да, в ту сторону шел. И снимал это кафе отдых. Искать надо нормально, да? 3 года назад я летом шел, снимал. Поэтому это все есть. Больше я сюда приходить не буду. Вот сегодня буран. Я вот приехал снять, чтобы сказать, что снимал многократно. Нужно находить. Если не находится, ну это не моя проблема, потому что я сам лично снимал. Это кафе существует в советских днём. Сегодня вот буран, метет, и ветер сильный дует. Видимость плохая.